На Украине в Ровенской области активисты запрещенной в России организации «Правый сектор» четвертый день осаждают храм Успения Пресвятой Богородицы. Все это время заблокированные внутри здания священники, небольшая группа верующих, сидят без света и тепла. Только сегодня им удалось передать еду. Одну прихожанку, которая, по словам настоятеля, страдает онкологией, увезли в больницу. Когда женщину на руках несли к машине, радикалы аплодировали и выкрикивали оскорбления. Напомню, киевский патриархат, которого поддерживает «Правый сектор», добивается передачи храма под свою юрисдикцию. В то же время суд трижды признавал его принадлежность московскому патриархату. Всего же, по последним данным, на западе Украины только за 2 года силы были захвачены более 30 церквей.